Сегодня 22 июля. 22 июля 1855 года в Самаре началось плановое строительство тротуаров. В то время в губернской столице насчитывалось примерно 200 улиц. Почти все они были прямыми и широкими, но практически нигде не было ни твердого покрытия, ни тротуаров в их современном понимании. Правда, некоторые домовладельцы по собственной инициативе у края дорог делали деревянные пешеходные дорожки. Однако те быстро приходили в негодность. Масштабное обустройство тротуаров началось при втором самарском губернаторе Константине Карловиче Гроте. В первую очередь преобразили Дворянскую. Сейчас это улица Куйбышева. Ежегодно в четвертую субботу июля в России отмечается День работника торговли. С профессиональным праздником сегодня можно поздравить и интернет-продавцов. Сфера онлайн-торговли в 21 веке развивается стремительными темпами. По данным аналитиков, в 2016 году объем электронной коммерции в нашей стране составил 920 миллиардов рублей. А в 2017, по прогнозам экспертов, емкость российского онлайн-рынка превысит отметку в 1 триллион рублей. 22 июля в разные годы были рождены знаменитая французская певица, известная также участием в благотворительной деятельности, Мирей Матье, советская и российская актриса театра и кино Ирина Розанова, популярный эстрадный певец Олег Газманов и другие выдающиеся личности. Сегодня день памяти двух святых – Панкратия и Кирилла. В этот день наши предки, как правило, всей семьей пробовали первые огурцы. На Руси этот овощ было принято употреблять не только сырым и соленым, но и жареным, тушеным и даже варить огуречные супы. Это все, что мы успели вам рассказать про 22 июля. Легкого вам дня и восхитительного настроения!